Сотрудничество между Россией и странами Африки в области науки и образования продолжает развиваться. Чувашию посетили представители Республики Мали. В Чувашском госуниверситете прошла конференция, на которой обсуждались перспективы развития образовательного и экономического сотрудничества обеих стран. Вопрос популяризации российского образования на международном уровне сегодня в фокусе внимания представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса. Развитие российско-африканского образовательного сотрудничества стало главной темой конференции. Для укрепления связи в этой сфере участники форума видят широкие перспективы. Малийские гости активно интересовались системой образования в регионе, где сегодня проходит обучение почти 3500 иностранных студентов, в том числе 5 из Нигерии, по одному из Мали и Того. В сотрудничестве с Россией мы берем это очень серьезно. И мы хотим, чтобы это сотрудничество будет во всех делах, во всех. В образовании, в здравоохранении, в агрономии, в безопасности и много вещей. И я сам директор Государственного института здравоохранения. Я сам врач, доктор наук. И я тоже приехал сюда, чтобы найти связи, как мы можем работать по поводу здравоохранения, по поводу вещей здравоохранения, вещей образования. Делегация из Африки пробудет в Чувашии до 15 декабря. В рамках визита запланировано подписание двухстороннего договора о сотрудничестве в сфере образования, в котором заинтересованы и предприятия Чувашии, представляющие IT-сферу, электроэнергетику, машиностроение. Малийским партнерам интересны не только контакты в области изучения русского языка, культуры нашей и нам, в свою очередь, но и как мы можем в отраслевом плане сотрудничать не только по подготовке кадров, но и в плане разработок, научно-исследовательской работы. Михаил Нагоркин, Оксана Верликова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.